Wellness — это не только физические ощущения, это и психологические, и всегда это идет вместе. Поэтому когда женщины, и мужчины тоже, но вот мы сегодня говорим о женщинах, начали понимать, что свои годы они могут жить качественнее, более плодотворно, они могут участвовать в жизни своих детей, внуков более качественно, то, конечно, сегодня есть возможность это сделать, когда есть вопросы, которые наши женщины принесут в офисы врача.